Как видите, вот Дэд обрядился в костюм жужелицы, дабы во время праздника нести голову роботу-убийце. Заметьте, это будет уникальный праздник, потому что на основе снятого видео будет сделан клип «Черт, мама сатаны». Кроме всего прочего, уникальным он будет тем, что мы на глазах у всех растрищем робота-убийцу и сожжем его в прах. Это будет очень страшно.